Сегодня мы работаем. Сегодня мы готовим рыбу северную. Сек, да, называется? Да. Вот такая большая рыба. Тоже будет готовиться в духовке. Сейчас потрошим. Все, мы распотрошили. Сейчас промываем, чтобы все чистенько, стерильненько. Вот. Будем ее сейчас мариновать. Сейчас подумаем еще, как в интернете что-нибудь посмотрим. И в духовку. Сейчас мы ее, значит, заправляем дольками лимона, луком белым. Вот лимон у нас. Так, и будут разрезики еще. Сейчас, мы ее посолили уже, кстати. Саму рыбу нам передали из Ханты-Мансийска. Наш друг Ашот. Ашот, если ты смотришь, передаем тебе огромное спасибо. Огромное спасибо. Вот так вот мы готовим рыбу и без тебя. Может, кто-то подскажет, знает, как называется рыбка, потому что мы думаем, что это сек. Ну, в Ханты-Мансийске моря вроде нет. Вот. Но пахнет солью. Но мы не можем понять, она все-таки речная какая-то рыба, либо морская. Но пахнет солью просто. Ну вот, мы достали нашу рыбку, то ли это муксун, то ли это сек или сик, не знаем, как правильно. А вот, бока у нее немножко вывалились, да, вперед, раскрылись. Вот, будем пробовать, посмотрим, если не готов.